Кто хотел? Я не стригу людей. Я не парикмахер. Еще и не в кудряшке. Ну, вот нечестно. Прикольно. У вас Вика похожи сыновья. У него тоже блондинчик в очках такой пухленький. И у тебя. Когда ты зашел? Он не пухленький. Когда ты зашел? Чего ты взяла? Мужчина в самом расцвете сил как-то. Он не пухленький. Мужчина в самом расцвете сил выглядит так. У него живот проваливается, когда он лежит. Ну прекрасно, значит, стройненький. Все. Тоже мальчик из рекламы. Один Кока-Кола, а другой бургеры рекламируют. Можно деньги зарабатывать, Наташка. Реально зарабатывать. Вот так мужики кушают. Вот смотрите. У вас даже по свету стакан подходит. Наташа, смотри. Реклама Кельси, там говорить ничего не надо. Наташа, надо отправить в агентство. Ребята, вас надо на Гленфильм отправить. На пробу. Я видела. На кастинг Гленфильма обоих сейчас заснять и отправить. Точно.